Atalmış hürmetli kardeşlerimiz sana. Bugün bu sayıda yerler komandalar arasında şaibalı hokeyin Kazakistan Respublikası'nın aşkı çempionatlarının şarısı ödedi. 2018 және 2019 жылдары маусымы. Кездесетін командалар. Теміртау хоккей клубы. Теміртау командасы және Алматы хоккей клубы Алматы қаласы. Добрый вечер, уважаемые любители хоккея. Сегодня на Ледовой арене состоится хоккейный матч открытого чемпионата Республики Казахстан по хоккею с шайбой среди мужских команд сезона 2018-2019 годов. На Ледовой арене встречаются команды хоккейный клуб Темиртау, город Темиртау, хоккейный клуб Алматы, город Алматы. Прослушайте составы играющих команд. Хоккейный клуб Алматы. Валерий Севинов, номер 1. Александр Кутько, номер 30. Иван Лобанов, номер 3. Ильшат Ивалов, номер 7. Александр Воронин, номер 9. Иван Казаченко, номер 10. Никита Цирулев, номер 15. Руслан Курсакбаев, номер 21. Виктор Трубов, номер 22. Александр Евграфов, номер 25. Кирилл Ядрышников, номер 29. Константин Чеботаев, номер 42. Илья Лобанов, номер 69. Кирилл Образцов, номер 70. Степан Штефан, номер 73. Дмитрий Поляков, номер 77. Вячеслав Куштаев, номер 79. Алексей Ефремов, номер 81. Сигурд Поцич, номер 87. Юлиан Попович, номер 89. Сергей Тимагин, номер 92. Никита Бисмаркин, номер 96. Главный тренер команды Владимир Громилин. Прослушайте состав хоккейного клуба Темиртау. Александр Енюшин, номер 20. Богдан Белоковский, номер 60. Александр Катков, номер 5. Данияр Ахметов, номер 6. Андрей Алексеев, номер 7. Антон Кудрявцев, номер 9. Сергей Пряхин, номер 10. Александр Писарев, номер 11. Улан Маргамов, номер 15. Никита Волобуев, номер 16. Кирилл Пономарев, номер 17. Владимир Волков, номер 18. Александр Егоров, номер 19. Егор Наместников, номер 23. Павел Скуматов, номер 33. Евгений Степанов, номер 52. Вячеслав Ананин, номер 58. Руслан Демин, номер 61. Александр Ананичев, номер 65. Артем Ананичев, номер 70. Игорь Кокулько, номер 88. Андрей Буяльский, номер 99. Главный тренер Игорь Гаврилов.
Представляем стартовый состав команды «Алматы». Вратарь Валерий Семидов, номер 1. Защитники Ильшат Привалов, номер 7. Никита Цирулев, номер 15. Нападающие Вячеслав Муштаев, номер 79. Александр Евграфов, номер 25. Сергей Тимагин, номер 92. На лед приглашается команда «Алматы». Представляем стартовый состав команды «Темиртау». Вратарь Богдан Белоконский, номер 60. Защитники Александр Писарев, номер 11. Егор Навесников, номер 23. Нападающие Артем Ананичев, номер 70. Александр Ананичев, номер 65. Булат Маргамов, номер 15. На лед приглашается команда «Темиртау». Казахстан Республикасының әнұраны. Представляем арбитров сегодняшнего матча. Главный судья Константин Чубенко. Линейные судьи Антон Баряев и Никита Кудашкин. Всем любителям хоккея приветствуем вас в очередной раз из города Металлургов. Этим вечером в городе Темиртау проходит повторная встреча в рамках чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой. На льду Темиртауского ледового дворца встречаются команды Алматы, город Алматы, и Темиртау, город Темиртау. Вчера прошла первая встреча между командами
Темиртау потерпела поражение со счетом 2-4. Обидно для хозяев площадки, для хозяев арены, обидно для болельщиков, но ничего тут не поделаешь. Это, как говорится, хоккей, это спорт, и победитель всегда должен быть один. На турнирное положение эта победа алматинцам никак не повлияла. В турнирной таблице как Алматы находилась на 8-м месте турнирной таблицы, так и находится. Вот сейчас пытаются вновь в своей манере гости начать очередную атаку у ворот Темиртау. Бросок. Вчера видели мы все с вами, те, кто находился с нами во время всего эфира, или, может быть, подключался к нам по ходу матча, что, в принципе, преимуществом по игре владели гости. Вот взять этот момент, даже игра 5 на 5, это такое ощущение, как будто меньшинство у темиртауской команды. Но такое бывает. Это хоккей. Пусть это не будет как оправданием звучать, но происходит абсолютно всякое. И даже чемпион бывает ошибается, так как и произошло в игре как Чтави между Алматы и Орланом. Повторная встреча. Алматинцы взяли реванш, обыграли как чтавскую команду со счетом 5-3. Вот сейчас хороший момент, и бросок последовал по воротам Богдана Белоконского. Вновь продолжают владеть шайбой алматинцы. Сейчас, конечно, был не совсем удачный вход в зону Андрея Буяльского. И офсайд. В средней зоне будет брошена шайба в игру. Введена. Ну и о положении турнирной таблицы других команд. Здесь без изменений у нас в лидерах идет команда Кулагер. На сегодняшний день 34 очка. Орлан из Кокшетау. Кулагер из Петропавловска, если вдруг кто-то не знал. Орлан из Кокшетау на второй строчке турнирной таблицы. 34 также очка. Алтай Торпедо также 34 очка. Вот так вот три команды делят у нас положение в турнирной таблице. Первое место. Разница в заброшенных и пропущенных шайбах. Вот на данный момент Кулагер у нас идет в лидерах по числу заброшенных шайб. Четвертое место занимает столичный Номад. 29 очков. Не хватает до тройки лидеров Номаду 5 очков. Желательно, конечно, 6, чтобы обойти всю тройку. Но тут уже, как говорится, как повезет. Потому что ведь и первые три команды играют тоже только на победу. 27 очков у Темиртау. Близки они к тому, чтобы подняться на четвертое место турнирной таблицы. Алматинцы не дали вчера этого сделать темиртауской команде. И вот посмотрите, один выход темиртауцев был в зону соперника. И тут же алматинцы вновь закрепились в темиртауской зоне и не дают ничего сделать хозяевам площадки. Сейчас попытаются вновь подопечные Игоря Гаврилова выйти вперед, но ничего не выходит из этого. Бывает, ничего тут не поделать. Писарев сам рвется к воротам. Попытался Александр, но вот сейчас прошел бросок у Александра Писарева в сторону ворот. Но голкипер гостей на чеку. Нет, не из простых, скажем так. Вратарская линия у команды Алматы. Сегодня небольшие изменения в алматинской команде у вратарской линии. Если вчера ворота защищал Михаил Смольников, то сегодня в воротах команды играет хороший опасный момент Маргамов.
воротах команды Алматы играет Валерий Севидов. На позиции запасного вратаря Александр Кутько. Проброс. Утимиртау без изменений. Вратарская линия. Богдан Белоконский основным голкипером сегодня заявлен. И Александр Янюшин на позиции запасного вратаря. Турнирная таблица. За Тимиртау команда Иртыш из Павлодара 25 очков. Далее после Иртыша Бейбарыс также 25 очков. Вновь разница у Иртыша и Бейбарыса по заброшенным и пропущенным. Алматы на восьмом, как уже говорил я. Горняк на девятом, 10 очков. Да, очень обидно и жалко, что Горняк вновь опустился в число аутсайдеров. Но есть у него победы, есть очки, в отличие от Астаны. Довольно неплохо Горняк в прошлом сезоне сыграл. Вот сейчас ищет партнера по команде игрок Тимиртауской дружины. Это Маргамов, по-моему, был. Да, Булат Маргамов. Но никого не находилось в зоне соперника. Ядрышников. Передача на противоположный фланг. И кто, ну, у нас забивает у алматинской команды? Все те же. 42-й Константин Чеботаев стал автором первой заброшенной шайбы в сегодняшнем матче. Да и время практически то же самое, что и вчера. Прошло 4 минуты и 43 секунды. После стартового свистка 43. Посмотрим. 42-й точно гол. С передачи Алексея Ефремова, номер 81-й. Ефремов. И Кирилла Ядрышникова, номер 29-й. Ядрышников. Забросил Константин Чеботаев, номер 42-й, команда Алматы. И Чеботаев. Шайба на платформе на Салмане. Для подкрепления Константин Чеботаев, Алматы. А вот посмотрите, как получается все. Нет, хотел немножко приблизить вчерашнюю первую шайбу к началу стартового отрезка времени, а вчера нет. Вчера была первая шайба заброшена на 16-й минуте, а сегодня 5-я минута и первая шайба в воротах. И относительно вчерашней игре также Константин Чеботаев стал автором заброшенной шайбы. И к слову говоря, Алексей Ефремов был также в ассистентах во вчерашнем матче. Вторым ассистентом вчера в первой заброшенной шайбе был Евгений Кондратьев. Сегодня вторым ассистентом стал Кирилл Ядрышников. Как бы не хотелось нам, Цирулев вновь выиграл вбрасывание гостями. Похоже, что не собираются. И вторая шайба в воротах следом. Буквально следом. Ну, что тут сделаешь, что тут скажешь. Вот эта игра. Да, поворот событий непонятный. Я вот, честно говоря, не знаю, какое объяснение найти тому, что Тимиртау пропускает вторую шайбу подряд. Тайм-аут берет тренер хозяев площадки. Будет сейчас что-то решаться. Никита Цирулева, номер 15-й, шайбу забросил Ильшат Билалов, номер 7-й, команда. И Билалов, кстати, вчера был автором третьей заброшенной шайбы. 5 минут и 15 секунд прошло с стартового вбрасывания. Уже 0-2. Да. Если вчера еще оживленные трибуны были, сегодня в это время уже тишина. Тишина. И главный тренер Тимиртау Игорь Гаврилов какие-то наставления дал своим подопечным. Но вот сегодня изменения в составе тимиртауской команды произошли. Кокунько на точке вбрасывания. Пономарев, Кокунько и Степанов. Такая тройка нападения. Сегодня и Волков играет без Незнамова. Пономарев играет в другом звене. Видно было вчера уже в третьем периоде, что
Игорь Гаврилов пытался, видимо, делать какие-то корректировки по ходу матча, выпуская Владимира Волкова в другом звене, не в таком, каком мы привыкли его видеть вместе с Кириллом Пономаревым и Никитой Незнамовым. Ну и вот сегодня небольшие изменения. Ну, я думаю, что, наверное, если есть вопросы у болельщиков и у зрителей, которые находятся по ту сторону экрана, не на трибунах, у своих мониторов, кто слушает, кто смотрит внимательно этот матч, то, думаю, есть, наверное, вопросы по составам. Если такие вопросы есть, я думаю, что стоит все-таки, наверное, мне возвестить о том, в каких сочетаниях и в каких звеньях играют Кокунько. Наброс на ворота. Севидов. Еще один бросок от Ананьина от синей линии. Севидов пока на высоте. И, пожалуй, расскажу тогда о составах играющих команд. Первый номер в воротах команды гостей — Валерий Севидов. На позиции запасного вратаря — Александр Кучко, 30-й номер. Первая пара защитников — 7-й номер Ильшат Билалов, 15-й номер Никита Цырулев. Ильшат Билалов — капитан команды Алматы. Тройка нападения — 79-й номер Вячеслав Муштаев, 25-й Александр Евграфов, 92-й Сергей Димагин. Про Димагина тоже очень многое вчера рассказывал, очень опытный игрок. Игрок из команды сборной Беларуси, выступал на Олимпиаде в финальной части за сборную Беларусь в 2010 году, в квалификационном раунде в 2012 году. Также он отбирался за сборную Беларусь в составе национальной команды. И вот вновь опасный момент. Но посмотрите, как пытаются разыграть смертаускую молодежь, опытные игроки алматинской команды. Но здесь уже не стоит делать акцент, молодой, не молодой игрок, потому что вышел играть, и неважно, сколько тебе лет, бейся до конца, борись и не пеняй, как говорится, на себя, на соперника, который более опытнее, чем ты. Второе звено — пара защитников. 87-й номер Зигурд Подзинш, 69-й Илья Лобанов. Это пара защитников. Тройка нападения — 42-й Константин Чеботаев, 81-й Алексей Ефремов, 29-й Кирилл Ядрышников. Тройка нападения третьего звена — 89-й Юлиан Попович, 22-й Виктор Другов, 73-й Степан Штефан. Пара защитников третьего звена — третий номер Иван Лобанов, 21-й Руслан Курсакбаев. Пара защитников четвертого звена — 70-й номер Кирилл Образцов, 77-й Дмитрий Поляков. Тройка нападения четвертого звена у алматинцев — 10-й номер Иван Казаченко, 9-й Александр Воронин, 96-й Никита Писмаркин. Главный тренер команды — Владимир Владимирович Громилин. Это то, что касается состава команды Алматы. Команда гостей, играющая в желтой форме. Наброс на ворота. И Богдан Белоконский. Позицию номер один в воротах защищает сегодня 60-й номер Богдан Белоконский у команды Тимиртау. На позиции запасного голкипера — Александр Янюшин, 20-й номер. Пара защитников первого звена у Тимиртау — 11-й Александр Писарев, 23-й Егор Наместников. Именно Егор Наместников и является капитаном команды. Александр Писарев — один из ассистентов, то есть помощников капитана. Опасность у ворот Белоконского. Попытались вплотную завести шайбу в ворота Богдана игроки алматинской команды. Не вышло ничего. Тройка нападения первого звена — 70-й номер Артем Ананичев, 65-й Александр Ананичев и 15-й Булат Маркамов. Пара защитников второго звена — номер 7-й Андрей Алексеев, также ассистент капитана, 16-й номер Никита Волобуев,
тройка нападения. 18-й Владимир Волков, 33-й Павел Скуматов, 19-й Александр Егоров. Пара защитников третьего звена. 6-й номер Данияр Ахметов, 9-й Антон Кудрявцев. Тройка нападения. 10-й Сергей Пряхин, 99-й Андрей Буяльский, 61-й номер Руслан Демин. Пара защитников четвертого звена. 58-й номер Вячеслав Ананьин, 5-й номер Александр Катков. Тройка нападения. 17-й Кирилл Пономарев, 88-й Игорь Кокунько и 52-й Евгений Степанов. Главный тренер команды Игорь Николаевич Гаврилов. Вот и все, пожалуй, о составах играющих команд на сегодня. Ну, в принципе, картинка игры, можно сказать, повторяется. А вчера в первом матче противостояние двухматчевого между командами Воронин будет бросать. И Александр Воронин забрасывает третью шайбу в ворота команды Тимиртау. Все. Сливайте воду, тушите свет, как говорят обычно. 3-0 в первом периоде. Прошло у нас 8 минут и 21 секунда. В этом матче 0-3. Удалось Александру Воронину забросить шайбу в свой бывший клуб. Ивана Казаченко, номер 10. Шайбу забросил Александр Воронин, номер 9. Команда Алматы. Кирилл Образцов и Иван Казаченко были ассистентами в этой заброшенной шайбе. И Александр Воронин. Команда Тимиртау произведена замена вратаря. Ворота защищает Александр Ильичев, номер 20. За Алматы забросил шайбу в ворота своей бывшей команды. Замена вратаря. Давно не видели мы в игре Александра Янюшина. Посмотрим, насколько сейчас Александр справится со своей задачей. Здесь понятно, что задача не из легких. Посмотрите, как легко обыгрывают алматинцы и защиту, и нападающие порядки тимиртауской команды. Последует ли шайба заброшена? Я от Тимиртау, ворота Алматы. Интересно. Пока не получается ничего у тимиртауцев это сделать. Дисциплинарный. Евграфов отправился на скамейку оштрафованных. Неспортивное поведение. Да. Александр Евграфов, номер 25, команда Алматы. 10 минут будет отдыхать на скамейке оштрафованных Евграфов. Практически до окончания первого периода. 33 секунды останется. Но там опять-таки при условии, если должен будет выйти Евграфов на площадку только после того, как будет остановлена игра. Так как команды играют в равных составах сейчас, я думаю, что все-таки как-то должно повлиять вот это вот удаление на игру команды Тимиртау. Все-таки Евграфов является нападающим первого звена, причем центральным нападающим. Ну и вот придется кем-то заменять его Владимиру Громилину. Это, конечно же, не совсем приятно, не совсем, как говорится, могут быть взаимопонимания между игроками. Не зря Евграфова поставили. Буяльский! Выход 2 в 1! Хороший момент! Не дошла шайба до Андрея Буяльского. Руслан Демин
Хорошо разыгрывали. Буяльский отдал на Демина. Демин отдавал передачу Буяльскому, но пошла шайба не туда, куда хотелось бы. А вот если бы, тогда бы, вот сказал. Вновь Буяльский. Свидов здесь уже среагировал. Алексеев и Воронин. Ананин. Шайбу-то выбросил. Воронин. Передача на пятак. Бросок. И Янюшин. Еще продолжает владеть шайбой игроки алматинской команды. Ну, ребята, нужно постараться. Нужно выводить шайбу из своей зоны. Нужно идти в контратаку. Хорошо говорить нам здесь, наблюдая с комментаторской позиции. А вот выйди туда и попробуй. Могу представить себе, да, так как в свое время играл в любительской команде. Вот насколько это может давить. Счет 3-0 в первом периоде. Когда ты стараешься, ты пытаешься, играешь. Вроде бы отдаешь передачи, вроде бы они проходят, но все идет не в твою пользу. Штефан наброс на ворота. Демагин. По-футбольному так. Отдал передачу Муштаеву. Покидает шайба зону команды Тимиртау. Маргамов борется. Маргамов два Ананичевых. Бросок! Нет, попадает шайба в клюшку Штефана. И не доходит до Севидова. Первое звено. Вот Чеботаев появился в первом звене. Недрышников, Чеботаев. Ходинш. Скуматов против Едрышникова и Подзинша. Попытался побороться, войти в зону, вошел. Дальше ничего не вышло. Кудрявцев. Буяльский. Не совсем точные передачи получаются. Вот как вчера была проблема у тимиртаусцев с передачами. Так вот и сегодня проскальзывает. Наблюдаем мы. Буяльский. Демин идет с этого фланга. Хороший момент и гол! Шайба в воротах! Это Андрей Буяльский! Сокращает счет в этом матче. 13 минут и 28 секунд позади в этом матче. 13 минут и 28 секунд. Андрей Буяльский, автор. Кудрявцев. И Сергей Пряхин, номер 10. Пряхин. Бросил Андрей Буяльский, номер 99, команда «Тимиртау». Вот и вчера также Андрей Буяльский был только автором результативной передачи, а шайбу в ворота команды Алматы забросил Демин. Здесь у нас Кудрявцев, Пряхин и Буяльский. 1-3. Поинтереснее становится уже игра. Ворота Севидова распечатаны. Удаление будет Алматы. Правильная атака, по-моему. Запустный силовой прием. Марин Штафа показал Александр Воронин. Номер 9. Команда «Алматы».
Ну и тут похоже, что кровь у нас у игрока команды Темиртау, поэтому может последовать сейчас и дисциплинарное наказание, десяточка. Александр Воронин на скамейке оштрафованных. Атака в область головы и шеи. Малый плюс дисциплинарный штраф. Да, видим. Вот, по крайней мере, вижу я, что на скамейке запасных только кому досталось. Доктор команды Темиртау вытирает со лба кровь. Видимо, хорошо досталось игроку команды Темиртау. Да, вроде бы, казалось бы, так. Силовой прием обычный, но вот приводят такие силовые приемы к неминуемым последствиям. Будем надеяться, что все хорошо закончится для игрока, который был атакован Ворониным. Тот десятку получил и 2 минуты большинства. Да, сегодня уже достаточное количество штрафного времени у алматинцев. Теперь нужна реализация наместников. Передача на Маргамова. Писарев, бросок. Вот сейчас, сейчас нужна вторая шайба. Побывает вторая шайба. Я думаю, что увидим и совсем другой хоккей. Опасный момент. Бросок поворотом состоялся. Но Сивидов. Не так-то прост. Ананичев. Писарева, Писарев на Местникову, на Местников бросает мимо ворот. Писарев на Местников. Еще бросок. Это Севидова шайба уходит за пределы площадки. Пять минут и 4 секунды до окончания этого периода. За 33 секунды до его окончания выйдет на ледовую площадку Евграфов. Ну и 45 секунд есть еще у Темиртау на реализацию лишнего игрока. По-прежнему будет и во втором периоде находиться на скамейке оштрафованных Александр Воронин. Вновь приближаются к воротам Севидова. Темиртаусцы не дают. Не дают бросить как следует. Алматинцы. Хороший момент и перекладина, штанга, штанга это была. Ох, какой моментище. Последние секунды и появляется Бисмаркин на площадке, Егоров. Волков. Скуматов. Волобуев. Не удается набросить. Ну, здесь, конечно, хорошая передача. Домину нужно догонять. Можно играть. Ну вот, видимо, ошибаются тоже в своей зоне. Неточные передачи делают игроки команды Алматы. Демин шайбу отправил ближе туда, в зону борьбы. Проброс.
3 минуты 21 секунда до окончания первого периода. Штефан и Демин на точке вбрасывания. Выиграли вбрасывание темиртауские хоккеисты Ахметов. Ахметов и Кудрявцев на позиции защитника. Демин, Буяльский. Здесь, конечно, зона у нас была. Может быть, не совсем зона. Отправляет арбитр игроков на точку вбрасывания к воротам Александра Янюшина. Напомню, в первом периоде смена голкипера в команде Темиртау произошла после того, как третья шайба побывала в воротах Богдана Белоконского. Алматинцы поправляют свою статистику в плане выигранных вбрасываний. Вчера переиграли в этом компоненте алматинцы хозяев площадки. Сегодня видим мы, что есть выигранные вбрасывания у Темиртау, но все же получше выглядят гости. Ну вот, еще одна неточная передача. Коньки. Катунько, шайба попадает. Может получиться выход 2 в 1. Нет. Выхода 2 в 1 не выходит. Катунько сам бросает. Севидов реагирует. Две минуты и 50 секунд до окончания первого периода. Первое звено команды Темиртау на площадке. Артем и Александр Ананичевы, Булат Маргамов, Александр Писарев и Егор Наместников. Александр Ананичев выиграл это вбрасывание. Наместников бросил. Маргамов. Передача. Неудачный бросок. Писарев бросает. Подставление клюшки Маргамова. Шайба у Севидова. Все чаще и чаще сейчас у ворот алматинской команды происходят вбрасывания, так как Севидов играет довольно уверенно и не хочет, чтобы металлская команда создавала какие-то проблемы у его ворот. Поэтому приходится шайбу ему прижимать ко льду, прижимать к себе. Ну и тем самым вбрасывание в зоне своей команды, скажем так, производить. На этот раз проброс фиксирует арбитр. Вновь будет вбрасывание у ворот Севидова. Матов на точке. Вбрасывание выиграно гостями. Пытается войти в зону Егоров. Проброс.
2 минуты и 7 секунд. До окончания первого периода. Куматов вновь на точке вбрасывания. На этот раз Металлс вбрасывание выигрывает. Егоров. Ядрышников против Егорова сыграл. Нужно вставать, выходить из зоны. Проброс следует со стороны команды Алматы. И вновь к воротам Севидова переносится это вбрасывание. Приближается к завершению у нас первый период. Позади практически 19 минут. 18 небольшим минут. Буяльский был на точке. Хороший перехват. Демин бросает. Севидов. Да, вчера показала себя с хорошей стороны это звено. Говорил я о том, что надо нам обратить внимание на эту молодежь. Хотел сказать, чтобы побольше таких молодых парней, именно своих, было в чемпионате Казахстана. Карагандинские ребята, воспитанники Карагандинской школы хоккея. Уже который сезон подряд играют в основной команде чемпионата Казахстана. Енюшин. Александр Енюшин вступил в игру. Другов и Кокунько на точке вбрасывания у ворот Енюшина. Выиграли вбрасывание. Металлсы. Нужно пользоваться моментами. Нужно выходить в зону соперника. Не доходит шайба. Это Кокунько. Минута 3:23 до окончания этого периода. 1-3. Алматинцы впереди. Это первый период. Если вчера мы увидели в первом периоде 3 заброшенные шайбы, то сегодня 4. 3 из них в ворота команды Темиртау. Местников. Писарева, первое звено Темиртау на площадке. Димагин. Нельзя было входить в зону алматинцам. Кананичев. Последняя минута первого периода. Местников. Действительно, Егора Наместникова можно назвать универсальным игроком. Играет он как в нападении, так и в защите. А почему еще универсальный? Потому что довольно-таки неплохой опыт у Егора Наместникова в чемпионате высшей хоккейной лиги. Заметен он в команде Темиртау. Заметен его хороший щелчок от синей линии. Вот пока...
последнее время точности не хватает. Или удача где-то рядом ходит, но до конца не может позволить Егору Наместникову забросить шайбу в ворота. Ну что ж, первый период у нас позади. Впереди самое интересное. Тимиртаусы вновь в роли отыгрывающих, в роли догоняющих. Алматы впереди. Счет 3-1 в пользу алматинской команды. Вернемся во втором периоде. Уважаемые любители хоккея, мы обращаемся к вам с убедительной просьбой. Пожалуйста, не курите в Ледовом дворце спорта, соблюдайте общественный порядок и не бросайте на лед посторонние предметы. Выходя в холл Ледового дворца, не забывайте взять с собой билеты. Приятного вам отдыха в первом перерыве матча.
Уважаемые любители хоккея, специально для вас выступает воспитанница ОС Дюшон Шелякова София. Поприветствуем, друзья! Shoulder, I am a soldier.
Стартовал второй период в рамках чемпионата Казахстана в городе Темиртау. Матч между Алматы и Темиртау. Это повторный матч в чемпионате страны. Второй период тут у нас только что стартанул. Повторюсь еще раз. Прошло у нас 17 секунд после стартового вбрасывания. И в средней зоне будет очередной ввод шайбы в игру. Поменялись сторонами оба коллектива. Алматинцы пытаются создавать опасные моменты у ворот Темиртау. Подопечным Игоря Гаврилова необходимо отыгрываться. В роли догоняющих они сейчас пропустили три шайбы в первом периоде, в ответ забросив всего лишь одну. Бросок! И четвертая шайба в воротах. Тушите свет, сливайте воду. Это начало второго периода. 4-1 уже. Неужели наблюдения хоккейные повторятся? Минуты 53 секунды. С передачи Константина Чеботаева номер 42. Чеботаев. И Дмитрия Полякова номер 77. Шайбу забросил Алексей Ефремов номер 81. Команда Алматы. Ефремов стал автором заброшенной шайбы. Попович. Кудрявцев пытался остановить на синей линии, на своей. Вот, честно говоря, не в обиду сказано будет ни команде Темиртау, ни болельщикам, но не узнаю я. Не узнаю я команду Темиртау. Ничего тут не поделаешь. В первом матче, который прошел у нас вчера, говорил я уже о том, что как команда Алматы, которая играет просто великолепно сегодня и вчера, смогла опуститься на 8-е место. Евграфов. Вновь опасность у ворот Янюшина. Напомню, что на старте данного матча ворота команды Темиртау защищал Богдан Белоконский, но после того, как три шайбы побывало в его воротах, тренерский штаб принял решение поменять вратаря. И вот, видим, мы сегодня на позиции голкипера Александра Янюшина, которого давненько не наблюдали уже в рамке. Серьезная борьба начинается. Нанин шайбу в зону бросил. И на скамейку запасных. Первое звено. Ананичев и Маргамов, Наместников и Писарев. Но Наместникова не получается у Наместникова бросать. Не выходит. Все мы знаем, кто наблюдает за этим игроком, все мы знаем, что может Егор Наместников хорошо бросить, поразить ворота соперника. Но вот не идет игра. Просто не идет. Знающие люди, я думаю, могут понять. Особенно те, кто играл в хоккей, и те, кто стоял на коньках, играл в любительский хоккей, неважно. Просто так не вести не может. Сбрасывание за Темиртаусами. И вот опять не совсем точная передача. Нет какого-то вот взаимопонимания, на мой взгляд, у ребят. Вроде бы сыгранное звено, по крайней мере, пара нападающих. Ананичевы, братья Александр и Артем Ананичевы. Довольно хорошо проявляли себя в прошлом чемпионате. Вроде бы и взаимопонимание у этих ребят есть. Маргамова, Булата к ним.
прикрепили в звено. Довольно неплохо играют, но вот нет какой-то такой изюминки, что ли, точки соприкосновения общей, чтобы друг друга как-то больше и лучше понимать. Вновь алматинцы в атаке. 4-2 с таким. Ух ты! Вновь опознать Янюшину. Янюшину, честно говоря, везет. Егоров с Билаловым на рандеву. Егоров забирает шайбу. Передача на синюю. Бросок. И... Сивидов. Здесь уже чудеса на виражах выполняет Сивидов. Вновь очередная атака. Скуматов. Бросок. Степанов попытался бросить. Волобуев. Демин. Скуматов ждет передачи. Конечно, не совсем такой передачи ждал Скуматов. Скуматов, Демин. Борется у борта. Демин. Все в пределах правил. Константин Чубенко показывает, что нужно вставать и продолжать играть. Очень опытный главный арбитр. Кудрявцев. Передача на Ахметова. Данияр. Бросил. Ну, скорее всего, наброс на пятачок это был. Кудрявцев. Кудрявцев. И Муштаев. Ахметов. На Кудрявцева. Кудрявцев под чужую синюю линию. Там уже Пономарев дежурил. Передача! Кто, Пряхин? Нет, Пряхину не удалось обыграть. Буяльский. Ну, конечно, Буяльский. Пряхин и Демин. Вот сейчас Пономарев с ними находится на льду. Видать, не успел смениться. Кирилл, да. Булат Маргамов появился. Волков. Волков, Маргамов, Волобуев. Капунько. Здесь нужно осторожно играть алматинской команде. Будет все-таки удаление за этот момент. Задержка соперника. Юлиан Попович на 2 минуты отправляется на скамейку оштрафованных. И вот он, еще один шанс для команды Темиртау для того, чтобы сократить разрыв в счете. За задержку соперника в штрафной казарме Ильян Попович, 89-й, команда Алматы. Приводят в порядок лед, приводят в порядок ворота. Были сдвинуты у Севидова. Ананичев и Воронин на точке.
Уже Воронин появился. Отсидел он свой 10-минутный дисциплинарный штраф. И теперь вновь вступает в игру. Нет, здесь не должно быть никакого проброса. Было касание шайбы. Чеботаев. Белалов на партнера. Вновь откатываются поближе к своим воротам. Белалов шайбу вбрасывает в зону Тимиртауской команды. Там Писарев, Наместников и Ананичевы с Маргамовым должны быть. Нет, Скуматов. Маргамов. Нет, Егоров. Ну, не сменились до конца ребята, поэтому не могу точно сейчас сказать, какое звено у нас на площадке. Степанов. Степанов, Скуматов и Егоров. Тройка нападения. Алексеев на Егорова. Егоров бросает. Степанов на Алексеева. Алексеев Степанову. Евгений, нужен бросок. Андрей бросает. Нужно, нужно, ребята, нужно активизироваться, нужно забрасывать шайбу. 23 секунды остается на реализацию численного большинства. Ага, а здесь не успели. Лобанов и Волобуев беседуют о чем-то. Потолкались слегка и разошлись. Воронин у Алматы на точке. И Демин у Тимиртау был. Здесь Янюшин. Готовится Попович выйти на лед, но еще есть 16 секунд. Хотя вот сейчас, если выиграют вбрасывание гости, то... В принципе, могут продержать они это. Меньшинство нет. Вот не удается завладеть шайбой. Здесь такой ближний пас. Ну и появляется на льду. Игрок алматинской команды. Евграфов. Димагин. Буяльский. Бросок. Вот вроде проходят броски, но такие, с которыми справляются. И защитники команды соперника, и голкипер Пономарев. Пономарев. Пытаются тимиртаусы поразить ворота команды Алматы, но до хорошего броска дело так и не доходит. Ананичев. Можно играет, разводит руками
Игрок команды Алматы. Бросок Наместников попадает как раз-таки в Другова, который потерял клюшку. И играет сейчас без основного игрового атрибута. Ложатся под шайбу алматинцы самоотверженно. Не проходят броски. Покидает вовсе шайба пределы зоны соперника. Тем самым половина матча у нас позади. Разменяли мы 30 минут. 31-я минута матча пошла. Пробросу Алматы. 8:48 до окончания. Этого периода. Степанов на точке у Темиртау, Евграфов у алматинской команды. Алексеев. Не удается выбросить шайбу из зоны, но там вот попала она в ноги арбитрам и свисток дали. Арбитры будет сбрасывание возле синей линии команды Темиртау. Белалов, бросок. Еще бросают. Поворотом дают бросать хозяева площадки. Белалов. Буяльский прессингует, не дает Белалову спокойно распорядиться шайбой. Здесь уже подключается Пряхин. Воронин. Демин. Кудрявцев и Ахметов. Пара защитников. Остановили Пономарева. Подзинч. 6 полевых. Да, 6 полевых игроков зафиксировали арбитры у команды Темиртау. И первое удаление. За нарушение численного состава малым штрафом наказана команда Темиртау. Вчера одно большинство алматинцам реализовать удалось. Насколько сегодня будет удачным реализация, в ближайшие 2 минуты узнаем. Лобанов. Чеботаев. Приближаются игроки алматинской команды вплотную к воротам Александра Янюшина.
Волков, Пономарев, Волобуев. И Ананин. Уже Ананичевы появились на площадке. Волобуев, Ананин. Пара защитников. Александр и Артем Ананичевы. Пара нападения. Минуту отыграли. Алматинцы делают расстановку. Сейчас вновь будут придерживаться намеченного плана, наигранного на тренировке. Передача пока на защитников. Защитники дают вперед. Цирулев на противоположный край. Цирулев, наброс на ворота! И 5-1. Реализация численного большинства. Вот вам, пожалуйста. 34 минуты и 5 секунд. Позади. 1-5. С передачи Сергея Тимонина номер 92-й и Никиты Цирулева номер 15-й шайбу забросил Вячеслав Куштаев номер 79-й, команда Алматы. Тимагин, команда Цирулев играет в полном составе. Шайба на ворота Сова, номер 90. Вячеслав Муштаев. Вячеслав Муштаев, Алматы. Можно играть. В пределах правил здесь было. Ничего страшного не произошло. Попович на Мясников, Скуматов. Попович пытается ответить. Воронин. На Поповича. Попович бросает. Не совсем удобно ему было это делать. Не такой сильный бросок получился, как хотелось бы. Но шайба до Янюшина все же дошла. Чуть более 5 минут еще играть. Буяльский. Алексеев. Буяльский. Алексей. Ахметова. Ахметов бросает. Алексеев. Лобанов. Среднюю зону на Евграфова. Тот не смог шайбой завладеть. А Ефремов это был вообще, не Евграфов. Бросок, хороший бросок. Янюшин выручает в этом моменте. Наничев. Сам ходит. Передача на брата не прошла. Писарев, Намесников. Писарева. Ананичева. Цирулев не дал Артему Ананичеву как следует шайбой распорядиться. А здесь может получиться хороший выход. Магин на Цирулева. Цирулев! Отдал передачу Муштаеву. И Муштаев был близок к тому, чтобы выполнить дубль.
Но здесь уже стоит отдать должное голкиперу хозяев площадки Александру Янюшину. Чуть более 3 минут играть. Здесь уже будет удаление. За задержку соперника клюшкой на 2 минуты отправляется Юлиан Попович. За задержку соперника клюшкой малым штрафом наказан Юлиан Попович, номер 89, команда «Алматы». Алексеев. Бросок. И Севидов. Команду свою выручает. 2 минуты 59 секунд. До окончания второго периода. Остается вбрасывание за Тимиртауцами. Ну, тут серьезно прессингует команда соперника. И не дает Тимиртауцам, играя вчетвером, воспользоваться лишним игроком. Степанов. Скуматова. Скуматов бросает. Севидов. Севидов безупречен. Скуматов! Вновь опасность у ворот Алматы. Посмотрите, ну не воспользоваться таким шансом. А это, конечно, нехорошо. Секунды остается до выхода, уже меньше 5-го полевого игрока у Алматы. Команде Тимиртау пока не удается игра в большинстве. Это, конечно, очень прискорбно. Минута 35 до окончания второго периода. Буяльский на точке вбрасывания. И Муштаев был, да? Тут, конечно, ошибочка. И шайба ушла из зоны соперника. В полном составе играет команда Алматы.
И вот уже последняя минута пошла второго периода. Достается Муштаеву шайбой, но настоящий хоккеист, как мужик, он встает и отправляется на скамейку запасных. Буяльский вошел в зону, забрали у него шайбу методом выкида ее из зоны. Вот же сказал, методом выкида. Удаление будет у Тимиртау, скорее всего, за подножку. Севидов покидает ворота, не успел шестой полевой игрок появиться. Под занавес. Второго периода Сергей Пряхин отправляется на скамейку оштрафованных. За подножку малым штрафом наказан Сергей Пряхин, номер 10, команда Тимиртау. Ну и, как мы помним, одно из немногочисленных удалений в составе команды Тимиртау было реализовано алматинцами. 15 секунд остается до окончания второго периода. Попытаются алматинцы сейчас забросить шайбу в раздевалку. Воронин на точке у алматинцев. Нет, не удастся им сделать это. Чеботаев, передача на противоположный фланг. И окончание второго периода. Ну что ж, самое интересное нас ожидает, наверное, в третьем периоде. 5-1 такой счет под занавес второго периода. Алматинская команда выигрывает у Тимиртау в повторной встрече. Впереди еще 20 минут игры. Выходя в полную во дворца, не забывайте взять свой билет. Приятного вам отдыха во втором периоде матча. Thank you.
Спасибо, выполняет Бекбай Бекушев. Шайба забросил Бекбай Бекушев. Бросок выполняет Арсений Башкевич. Бросок выполняет Матвей Куликов. Шайбу забросил Матвей Куликов. Бросок выполняет Ян Шишкунов. Ворота защищал Никита Колесников. Детская школа «Коньяк» города Тимиргау. Металлург, бурные аплодисменты, друзья. Очередное вбрасывание перед стартом третьего периода, означающее о том, что заключительные, возможно, что скорее всего, наверное,
20 минут. У нас стартовали 5-1 в пользу алматинцев. Конечно, это счет довольно-таки приличный и комфортное преимущество у Алматы. Но, как говорится, все-таки до последнего в хоккее может все измениться. Белалов. Напомню, что в меньшинстве начинают темиртауские хоккеисты. 43 секунды еще и будет у алматинской команды. Но здесь, конечно, последует удаление. И, наверное, можно было бы даже дать тибулит. Но посмотрим, что сейчас решит Константин Чубенко. Нет, задержка соперника. В принципе, момент-то хороший был у Маргамова. Вот не большинство реализовать не удалось алматинцам. И удаление себе заработали. Цирулев на 2 минуты отправляется. 39 секунд будут команды играть еще в равных составах 4 на 4. И потом уже будет минута и 21 секунда у темиртаусов на реализацию численного большинства. Сегодня была возможность уже не один раз реализовать численное большинство. Не удалось подопечным темиртауской команды под руководством Игоря Гаврилова. Вот очередная возможность будет буквально через 20 секунд у темиртауцев. А пока 4 на 4 продолжается этот матч. Можно играть, не будет никакого проброса. Последние секунды. Темиртау будет играть в полном составе. Пряхин появится на площадке. Команда Темиртау играет в полном составе. Кудрявцев, это значит и Ахметов должен. Да, Ахметов появляется. Демин, Буяльский, Пряхин. Ох, не дотягивается Демин, проброс. Выиграно вбрасывание алматинцами. 55 секунд еще большинства есть у Темиртау. Нужно начинать из своей зоны. Алматинцы не позволяют пока этого сделать. Да. Буяльский, Демин и Пряхин. Делаются на них ставки. Другов. Кудрявцев останавливает Другова. Подключается молодежь. Демин на Буяльского. Буяльский сам по центру. Севидов среагировал. Вновь в атаке темиртауская команда. Ахметову нужно бросать. Бросает Данияр. Попадает в Другова. Демин. Последние секунды. И Алматы в полном составе. Цирулев появился на площадке. Бросок. Не удалось. 2 минуты пролетели, как будто ни в чем не бывало. Очередное вбрасывание выиграно алматинцами.
играет сейчас тело у борта. Смертаусцы, алматинцы тоже. Очень мало стало народа приходить на трибуны в Ледовый дворец города Темиртау. Конечно, очень неприятно. Понятное дело, что бывают и промахи у команды, и проигрыши. Но я думаю, что стоит. Можно вставать, там нарушения никакого не было абсолютно. Хороший момент, бросок. И вновь выручает Севидов свою команду. Но здесь уже начинаются потихонечку страсти накаляться. Ананин. По-моему. Да, Ананин пытался выяснить отношения с одним из игроков алматинской команды. Честно говоря, вот с начала сезона я не помню, чтобы на домашней арене Темиртау были драки. Понятно, что зрители ждут и выяснения отношений, чтобы было интересно поболеть хотя бы в кулачном поединке за свою команду, за своего игрока. Но в начале сезона они ничего. Ух ты, как Янюшин сейчас реагировал и сыграл в этом моменте. Здесь уже Маргамову не удается обыграть Билалова. Наместников будет вводить шайбу в игру из-за своих ворот. Скуматов. Офсайд. Хочется обратиться к статистике лидеров в чемпионате Казахстана. Посмотреть на число бомбардиров в таблицу. Здесь по-прежнему первое место занимает Дмитрий Исмагилов из Кулагера. За 16 игр 18 набранных очков, 8 заброшенных шайб, 10 передач. Максим Худяков из Алтай Торпедо занимает второе место, 17 у него очков. За 17 игр 5 заброшенных шайб и 2 передачи. Денис Стасюк на третьем из Кулагера. Очень много игроков Кулагера в числе сильнейших бомбардиров. 16 очков у Стасюка. Иван Киселев идет четвертым из Орлана, 15. Далее Максим Первухин, Кулагер, 15. Евгений Попитич, Кулагер, 15. Константин Савинков, Орлан, 15. Дмитрий Шитиков из Орлана также 15 очков. Алтай Торпедо, Александр Архипов, 9. Артемий Лакиза из Намада, 10. По 14 очков с Архиповым. Лучшим из Алматы считается Александр Евграфов на 11 месте в числе бомбардиров чемпионата Казахстана. Ну и лучший бомбардир в команде Алматы. Ну и не зря числится он в числе лучших. Видим, мы очень часто заметим Александр Евграфов в атаке ворот команды Темиртау.
Далее Дмитрий Потайчук на 12-м из Орлана. Ярослав Евдокимов из Намада 13-е. Лучший из Тимиртау Вадим Зеленков 14-й и Андрей Мещеряков 15-й. Ну, не наблюдаем мы с вами их на этих матчах. Ни Вадима Зеленкова, ни Андрея Мещерякова. 16-е место у Никиты Цырулева. Это второй по набранным очкам в чемпионате Казахстана у команды Алматы. Вадим Берников из Орлана 22-й. Сергей Демагин 23-й. За 11 матчей 10 набранных очков. 5 заброшенных и 5 результативных передач. Вот как-то так. Вскользь мы пробежали по бомбардирам чемпионата Казахстана. Команды Тимиртау, команды Алматы. Маргамов. Хороший момент. Бросок от клюшки соперника. Шайба улетает выше ворот. Своей зоны тимиртаусы попытались начать атаку. Вновь шайба вернулась в зону Тимиртау. Нужно опять выходить из зоны своей, но не дают этого сделать игроки команды Алматы. Степанов попытался приблизиться к воротам. Также ничего. Минут остается до окончания третьего периода. Такая вот игра, вроде бы, казалась на обоюдных атаках. Сейчас в третьем периоде основывается, на мой взгляд, немножко прибавили в третьем периоде тимиртаусцы. Но алматинцы не собираются отдавать ни одной шайбы больше. Ну, вот такие уже пробросные просто моменты. Просто пытаются, такое ощущение, тимиртаусы отброситься из своей зоны, чтобы не заработать еще одну шайбу в свои ворота. Но это могут быть опять-таки только... мои предположения о происходящем на самом деле. Просто неудобно с таким опытным соперником играть. Хотя о том, удобно-неудобно здесь говорить, конечно, не стоит, потому что
все ребята, находящиеся в долине. Шесть полевых игроков у Тимиртау на площадке. Обоюдное еще удаление. Александр Евграфов. За грубость был штрафом наказанный. Александр Евграфов, номер 25, команда Алматы. Евграфов и Волков за грубость наказаны. Причем, к тому же, у команды Алматы произошла замена вратаря. Алматы команда звука пошла в наступление. Номер 1, Александр Гудько. Команде Алматы произведена замена вратаря. Ворота защищает Александр Кутько, номер 30. Александр Кутько вышел играть в ворота у алматинцев. 4-4. Да, 4-4 у нас продолжается матч. Две минуты обоюдное удаление заработали за грубость. Маргамов. Ну и дают возможность поиграть третьему вратарю в этом матче тренеры команды Алматы. В средней зоне было вбрасывание. Алексеев на Скуматова. Скуматов сам идет по борту, останавливают его. Минута позади штрафного времени у тех, у других. Напомню, обоюдное удаление у нас было за грубость. Вот такое ощущение. Ох ты, какая опасная атака была сейчас. Гуртподзинч практически вплотную пытался поразить ворота Янюшина. Волобуев шайбу потерял у ворот. Кутько. Муштаев. Бросок. И шайба в воротах. 6-1. 50 минут и 55 секунд. Передача Кирилла Образцова, номер 70-й, и Вячеслава Муштаева, номер 79-й, шайбу забросил Сергей Диманин, номер 92-й, команда Алматы. Шайба на ход Образцова, номер 91-6, Сергей Диманин, Алматы. С приходом Димагина, другого, конечно же, рисунок игры и результативность игры у команды Алматы поменялась. Семь заброшенных шайб в этом матче. Это довольно много. Команды играют в полных составах. 6-1. Да, такого счета давно не было. Причем... Причем хозяева проигрывают.
Янюшин. Три шайбы побывало в воротах Богдана Белоконского, три шайбы побывало в воротах Александра Янюшина. Здесь, может быть, и не было смысла менять Белоконского, но я так думаю, все же практика для Янюшина тоже необходима. Наничевы и Маргамов на площадке у Темиртау. Ананин. Наместников появился защитник. Будет сейчас замена. Писарев. Первое звено в полном составе. Наместников. Бросок. Нету фиксации шайбы. Писарев. На Егорова. Егоров Алексееву. Писарев на смену. Алексеев сам идет. Егоров. Усок. Балабуев. Нет, совсем не получается у темиртауцев зайти в зону. Вот здесь может получиться хороший момент. И шайба в воротах. Руслан Демин забрасывает вторую шайбу в ворота команды Алматы. Да. 54 минуты. 23 секунды. Буяльский Демин. Осталось Пряхину отличиться. Руслан Демин. Буяльский на точке. Кудрявцев. Буяльский. Пять минут остается играть командам в этом периоде. Ну, я так думаю, скорее всего, матче.
4 шайбы отыграть за 5 минут уже менее чем. Очень тяжело. Какунько. Бросок прошел, но, конечно, не такой, какой хотелось бы алматинцам. Пономарев сам бросил, сам пошел бороться за шайбу. Писарев, Наместников, Ананичев, Артема Ананичева. Наместников. И вновь шайба летит выше ворот за оградительную сетку. На ледовой арене встретятся команды хоккейный клуб Тибертау, город Тибертау и хоккейный клуб Намак, город Астана. Начало игр 19:00. До последнего борются алматинцы, не хотят отдавать ни одного очка, ни одной шайбы не дают забросить. Тимиртаус сам две всего побывало, в отличие от шести в воротах Тимиртау. Тут, конечно, наблюдения сбываются. Наблюдение в каком плане? А в том, что во втором матче, если первая игра прошла у нас вчера со счетом 2-4, казалось бы, счет большой, то в повторном матче обычно счет становится либо еще больше, либо совсем маленький. Вот сейчас видим мы с вами, что 6-2 уже. 8 шайб у нас заброшено в этом матче, в отличие от 6 во вчерашней игре. И, конечно, болельщику хотелось бы, чтобы шесть шайб были заброшены в ворота гостей, но тут уж ничего не поделаешь. Так, как говорят, что у них сложились звезды на сегодняшний день. Что такое не везет и как с этим бороться. 2 минуты и 26 секунд до окончания периода. Да, и можно уже говорить, наверное, матча. Степанов. Бросок. Алексеев. 2 минуты до окончания третьего периода. Буяльский. Буяльский.
Приближаемся к отметке последней минуты третьего периода. Посмотрите, как довольно уверенно и на первый взгляд совсем не уставшие выглядят алматинцы. Буяльский. Дадут ли Пряхину сегодня забросить? Только он из этого звена тройки нападения сегодня не забрасывал. Последние секунды, 30 секунд остается до окончания сегодняшнего матча. Да, тишина на трибунах. Это, конечно, не совсем приятно. Ну и парни сами понимают, в чем дело, что происходит. Самим неприятно проигрывать и неприятно видеть, когда болельщик разочарованный сидит на трибунах. Но сегодня зато есть второй повод порадоваться болельщикам команды Алматы. Поздравляем их с победой. Закончился повторный матч. Со счетом 6-2 в этой игре победила команда Алматы. Поздравляем еще раз всех болельщиков, всех тех, кто переживал за эту команду. Тимиртаусам просьба не расстраиваться, бывает всякое, бывают и горечь поражений, и радость победы, самые главные победы еще, наверное, я так думаю, впереди нас ожидают. Большое спасибо за то, что были вместе с нами, для вас этот матч комментировал комментатор Сергей Янабаев, режиссер трансляции Александра Белова. Большое спасибо, всем до свидания, увидимся и услышимся на следующих домашних матчах хоккейного клуба. До свидания. Всего доброго.